пишет всякий, мальчиком забаву прав его оставить. Я хотел давным-давно приняться за октаву, а в самом деле я бы совладел с тройным созвучием, пущусь на славу. Ведь рифмы запросто со мной живут, две придут сами, третью приведут. А чтоб им путь открыть, широкой, вольный, глаголы тотчас им я разрешу. Вы знаете, что рифмы иноглагольные гнушаемся мы. Почему, спрошу? Так писывал Шихматов богомольный, по большей части так и я пишу. К чему, скажите, уши так мы голы. Отныне в рифмы буду брать глаголы, не стану их надменно браковать, как рекрутов, добившихся увечья, или как коней за их плохую стать, а подбирать союзы, донаречья, из мелкой сволочи вербую рать. Мне рифмы нужны, все готов сберечь я, хоть весь словарь, что слов, то и солдат. Все это настроить. У нас ведь не...